перейдем к блоку нашего наиболее любимого автора Михаил Константинович Щербаков. Зачем же, зачем же он, рыж, жених твой, тебя предпочтет в горе? Затем же, зачем на земле, Париж, ты будешь безвыздно жить в Москве? Ты черную должность его простишь и замуж песком за него пойдешь, поскольку щелечек стрижь, ты будешь примерной женой душой. В одну из больших квартир, где сможешь без улыбки иметь всего, и станешь там чистить его мундир и орден, и штатский костюм его. Народными будут его труды, и в праздник, решив отдохнуть от дел, он сядет кутить от богатой мзды. Затем же, зачем белый клоун бел? Участвуй в веселье, пирог готов, столы накрывай, развлекай гостей, но помни, подавляй шампанским кровь и слезы, Мария, не пей.